Доброе утро, друзья! Сегодня 29 мая на Еруде. Стало традиционно, что конец мая обязательно снежный. Вы спросите, когда же здесь наступит лето, весна? Все произойдет где-то ближе к середине июня. Следите за моими роликами, подписывайтесь. Вот. И я, конечно, вам расскажу, когда произойдет весна и лето одновременно в один день, в одно утро может это все произойти. Вот. Пока сейчас холодно, минусовая температура, легкий ветерок. Вот. Но мы привыкли, мы всегда рады людинским сюрпризам. Вот. Будем продолжать работать. Вот. Сегодня суббота. Впереди хорошие выходные. Завтра, скорее всего, будем снова готовить. Вот. Мы готовим переброску, перебазировку нашей базы на другую площадку. Вот. Поэтому скоро, возможно, видео будут уже на другой площадке, там новая стройка. Вот. И уже будем работать, может быть, в другом месте, в другой компании. Вот. Так что всем хорошего настроения субботнего. Вот. Выложу ролик утром, чтобы когда вы проснулись, увидели наши заснеженные просторы. Смотрите, друзья, почки только-только набухают, только-только пытаются, но уже опять холодно, опять природа консервирует. И вот такие виды кругом. И сад еще темный, в один момент все это изменится.